Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока «Следующий человек испытывает любое обострение своей болезни». Здесь мы подчеркиваем своей болезни из-за холодного времени года, либо из-за холода. Частенько это проявление цистита, пилонефрита, частенько это гайморит, как всегда у людей, простудные любые заболевания, грипп, ОРЗ, ОРВИ, отиты. Но, конечно, каждый человек знает свои уязвимые места, и когда приходит холодная пора, именно холод может ударить в ту или иную часть тела, либо тот или иной уязвимую часть тела, либо болезненную часть тела. И эта болезнь будет очень себя проявлять негативно, вследствие чего человек будет страдать. Ну, скажем так, не страдать, у человека будет дискомфорт. И чтобы поправить положение к лучшему, данная точка ВЦ-17 Таньчжунь вам в помощь. Она вырабатывает иммунитет против вот этого вот обострения наших с вами всеразличных заболеваний, которые проявляются в холодное время года. Потому данную точку нужно активизировать, но мягко. Дать энергию, чтобы данная энергетика пришла, аккумулировалась и уже что стало помогать нашему организму. Простыми словами, можно сказать, что данная точка всегда используется при всех заболеваниях от А до Я, которые обостряются в холодные времена года. Спасибо за внимание.